Так, це вже буде, так, дорогі браття, сестри, я всіх вас вітаю во ім'я Ісуса Христа. Слава вашому Богу, дякую Господу, що Господь дав нам можливість, благодаря по милості Господній, ми сьогодні зібрані, слава Йому. Сьогодні 27 апреля, і ми починаємо служення Церкви Відваги, яке нам подарив Бог. Я говорив о тому, що ми, коли я читав Ефесянам, у мене таке Бог дав напоминання, чтобы задать, кто я, звідки и куда иду. И так само и Коринфянам я так перевернул чуть-чуть назад. Павел каже, напоминаю, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором вы утвердились, которым вы спаслись. То есть каждое слово, каждое послание, это как бы сказать, Бог нам подтверждает, чтобы мы выдерживали этот тиск, по-украински, на тиск. Давление, о, я вспомнил, тиск мере, давление. Вот это давление со стороны. Сегодня мир давит, знаете, да? Мир сегодня со своей стороны старается так нас давить, что мы не выдержали, чтобы мы вышли из себя. Павел говорит, что мы выходим из себя, то для Господа. Але мне хочется, сатана, чтобы мы вышли из себя и перевернули этот весь мир, чтобы не выдержали этому всему. Але навпаки, как я уже сказал, Библия нам напоминает всегда, чтобы мы осознали и знали. Помните, когда-то я рассказывал, может, это было давно, про индуса. Один индус, один верующий человек говорит, что он благодарит Бога, что он спас. А этот индус говорит, от чего тебе спас? Что с тобой? Он говорит, понимаешь, я умирал, я погибал, Господь спас меня. А как ты умирал, как ты погибал? Он, этот индус никак не мог понять, о чем речь. И тогда, говорит, христианин взял кучу сухих листьев, собирал до кучи, туда положил червяка сверху и спалил этот листья. И говорит, когда он спалил эти листья, получилось, что червяк уже неловко себя вычувает и начал выкручиваться, крутиться туда-сюда. А потом он взял палку, такую палочку поставил туда, и цей червяк намотался на эту палочку, а то и взял и поставил в другое место. Он говорит, теперь ты понял? Он говорит, я ничего не понял. Он говорит, слушай, я как этот червяк, там обстоятельства мне гнало в угол. Я не знал, как мне быть, что мне делать, я не знал, куда обратиться. Ну-ка я появился, скажу, Боже всемогущий, рука взял меня и переставил на безопасном месте. Теперь ты понимаешь, от чего он меня спас, он спас меня от погибели. А, ну да, ну я понял там. Так само, когда мы читаем Евангелие, друзья, по червоной нити идет все то, что Иисус спас нас. Мы ничем не заслужили, ничего не зарубили, ничего доброго, казалось бы, не робили. Але по милости Господней, Господь спас нас, дал нам возможность, что мы прославили нашего Бога, взывали до нашего Господа, обратились к нашему Богу, и его ухо не отяжелело нас слушать. А вы не втомился, он зажды, всегда готов нас поддержать, друзья. Он готов нам помогти, готов нас поддержать все. Иногда мы его не понимаем. Иногда, возможно, мы взываем до нашего Бога, але мы не до конца понимаем, как это должен быть и что должен, как мы должны себя проявить. Мы иногда хотим, чтобы Господь действовал, как мы думаем, не иначе. Говорят, один миссионер как-то проплыл речку, и лодка его как-то застряла на этих, на камнях, там, я кажется, низко было там, что-то застрял. Его лодка, и он начал взывать до Бога и начал просить, Боже, помоги мне, Господи, помоги, ты видишь, у меня лодка застряла. И говорит, смотрит, убери эти камни, говорит, Господи, убери эти камни. И смотрит, камни на месте, лодка на месте, ничего не получается. И тогда, знаете, Дух Святой говорит, он возмущается, Господи, почему ты камни не убираешь? Да, мы иногда думаем, Господи, Господь должен действовать так. Смотрите, и этот человек взывает, а сегодня сколько раз бывает, когда мы взываем к Богу, да? Мы взываем, Господи, помоги, Боже, помоги, вот так помоги, вот так и Богу указываем, как надо помогать. А Богу, оказывается, не надо подсказывать, Бог знает, как нам помогти. И этот человек взывает, Господи, помоги, убери эти камни, смотрит, камни лежат, лодка на месте, ну что такое, Бог не слышит меня. А Дух Святой говорит в его сердце, почему ты думаешь, что я камни уберу?
я воду поднимаю, воды поднимаю. Знаете, это, может быть, аллегорично, как-то притча, правдоподобная история, не знаю. Но суть заключается в том, что да, мы взываем до нашего Бога, да, мы обращаемся к нашему Богу, но Богу виднее, как нам спасти, как нам помогти, как нам вывести из той ситуации, в какой мы находимся. Столько людей сегодня, казалось бы, в тупике находятся, так, казалось, выхода нет. Но выход всегда есть в Господе. Да, сами по себе мы не найдем этой выходы, потому что мы ограничены нашим разумением, нашим пониманием, нашим интеллектом, нашим всем, что имеем. Але Господь не обмежен. Он знает все, потому что Он всемогущий. Я еще недавно читал одну историю. Это было в Чечне. Одни братья собирались на молитву, приходили туда одна женщина и говорит, чеченка, и говорит, а кто вы такие? Кто вы такие? Они говорят, мы верующие. А кому вы верите, говорит она. А братья говорят, что мы верим живому Богу. А что ваш Бог может делать? Он говорит, все может. Они говорят, все может делать. Кажется, через некоторое время она пошла, приходит с одним человеком. Они говорят, а что это, кто он, что вы хотите? Говорит, он глухой, ваш Бог может его исцелить? Братья говорят, может. Если это угодно Богу, по воле Божьей, мы будем Бог исцелить. Она стоит и смотрит, они молятся, и тут раптом этот говорит, я слышу. Она так удивительно смотрит, говорит, да вы что, это ваш Бог действительно живой? Они говорят, да, живой, наш Бог живой. Она уходит с ним, потом приходит, еще одного человека приводит, слепой. Они говорят, а это что? Он говорит, а он слепой, а он, ваш Бог, может его тоже исцелить? Ну, они говорят, знаете, ну помолимся, если угодно, Богу, по воле Божьей, будем молиться. И говорит, эта женщина открытым ртом смотрит, что тут происходит. Они молятся, и вдруг открывает глаза этот человек, кричит, я вижу. Она так дивится, говорит, я не понимаю. И этот радостно убегает, уходит, и она ушла. Через некоторое время приходит, еще одного человека привел. Они уже тоже переживают, ну а это что такое? А это кто такой? Что с ним? Она говорит, знаете, ничего не случилось, это мой муж. Я ему все рассказала, что вы делали, и мы теперь хотим служить вашему Богу. Это рассказывал брата Рустама Тест, Миша, который в Чечне служит, говорит, она видела, что у них есть живой Бог, сказала, это мой муж, мы хотим служить вашему Богу. Друзья, вот Бог допускает, мы не знаем, возможно, мы думали, там надо проповедь на 40 минут, такой горячий, Духом Святым наполнить, чтобы место дрожало. А Катя, надо было просто одного слепого молиться за него и одного глухого. А Господь, вот семья пришла, а потом все, кто спросит. То есть, все в руках Божьих. И теперь я хотел бы прочитать, что я хотел. Апостол Павел пишет до Ефесян, к Ефесян пишет, «И вас, мертвых, по преступлениям вашим, по преступлениям и грехам вашим, которым вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя Господствующего и воздуха и духа, действующего ныне, сынах противления, между которым и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее». Это все наше прошлое, Павел напоминает нам, друзья, что иногда человек, знаете, забывает, откуда он не спал, забывает, кто в нем был, возгордился, возомнился и летит, то есть забывая, что спускайся, друзья, еще рано летать. Ты жди, пока Господь сам тебя поднимет. Бог богатый милостью по своей великой любви, которого возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям нашим, написано, а животворил со Христом, благодатью вы спасены. Слава нашему Богу, друзья. Это прекрасно, когда мы всегда знаем, кто мы были, кто мы есть, куда идем. Это очень наше прошлое, теперешнее и направление куда? Куда курс держим, куда направление мы ведем, куда прицелились мы. И Господь, друзья, будет благословить. Да, ты знаешь, что да, ты был в грехе весь, с ног до головы.
а Господь очистил и осветил, теперь ты стремишься на небо. Потому что Павел говорит, наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем Господа нашего Иисуса Христа. Действительно, у нас есть направление, куда мы идем. И никто не, нас не отнимет от Божьей любви, никто не может вот это желание, по-моему, спрага, жажда, которая в нашем сердце, Господь благословит. Добрые друзья, хай вас Бог, нас всех Бог благословит. Я бачу много братьев, не хочу время много оттянуть. Зараз мы взываем до нашего Бога. Теперь включаем наши микрофоны и взываем до нашего всемогущего, чтобы Он благословил нас и дал нам мудрости, служение наше, хай во всем прославится Бог. Творец неба и земли, мы Тебе сердечно благодарим, Боже. Мы дякуем Тебе, Отче Небесный, мы славим Тебе. Мы благодарим, что Ты нас избирал во имя Твое. Сегодня вторник, Господь. Тиждень, Господи, служение почерца, Господи. Пожалуйста, Ты благослови, Господь, Боже мой. Ты веди нас, Господь. Хай Твоя рука будет над нами. Говори через наши уста, Господь. Открой слух наш, Господи, Боже мой. Дай нам вразумлять, Боже. Поможи нам, Отче Небесный. Я благодарю за все милости Твои, Боже. Благодарю, что Ты с нами ведешь нас и благословляешь нас, Отче. Слава и хвала Тебе, Боже. Возможно, у кого недуги, возможно, у кто-то имеет проблемы, Господь. Также благослови, Отче Небесный. Прославься, Господи, через нас, наше життя. Ты один достоин славы и хвали, наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Хорошо, мои дорогие, хай вас, нас всех Бог грязно благословит. Как уже сказано было, сегодня вторник, и Бог нас благословляет. Дякуем Бога, что мы не на стороне присутствия Божия, да поможет нам Бог. Хорошо, думаю, семья Татевосян из Мюнхена зараз прославит Господа. Брат Эрад, ну, вы знаете, вы закончите сегодня служение. И в середине брат Тигран на месте, брат Тигран, брат Саркис, брат Артур, бачу, вот Мехер есть. Ну, братья, кто имеет желание, дайте знать. Кто готов поделиться Словом Божьим, тоже дайте знать. Хай вас Бог благословит. А? Брат Самуил, это Лена Тиграна, жена, он болеет в Армении. Кто? А, в Армении Тигран болеет? Он уже три дня в кровати лежит. До него потом помолимся в конце. Да, помолимся, но о чем ничего не знаем. Хорошо, а девчата могут петь? Да. Пожалуйста, включите камеру, и хай вас Бог благословит. Сестра Таня, выключить надо камеру, пожалуйста, сестра Оля. Праведный, истинный пути Твои.
Иисус, сестры, слава Иисусу, хай Бог благословит. Сестра Люда Шуман, давайте, подключилась Даша, потом выключилась, я так и понял, это кто был. Если Даша может подключиться, Даша, мы посмотрим, может там камера сработает. Вы поделитесь... Специально так сделали, чтобы вы пригласили, чтобы с камеру посмотреть. Она выключилась, потому что она не может, она не добавлена. И мы через Я добавил. Хорошо, расскажите пока верша, потом будете спеть, я добавлю. Я добавил. Добре. Даша Мамот. Мамот. Вирш. Проходя через боли, обиды, гонения,
Мы становимся мягче, мудрее и добрее. Мы находим покой, обретаем терпение, меньше мним о себе, больше ценим людей. Проходя через резкие встряски в дороге, накрахмаленный ворот теряет свой вид. Мы становимся проще, доступнее для многих. Меньше слов, больше дел, наша жизнь говорит. Проходя через бури и знойные ветры, мы ошибки свои не желаем скрывать. Мы не прячем себя, не таимся от света. Мы сильнее хотим нашу жизнь исправлять. Проходя одиночество, горечь потери, мы находим себя и находим друзей. Платим цену любви без надрывных истерик. Мы становимся тише, спокойней, мудрей. Проходя с Иисусом тернистой тропою, начинаем яснее Его понимать. Нам дороже становится Царство Святое, в направлении том продолжаем шагать. Проходя через преграды, овраги, колючки, наши ноги становятся крепче в пути. Если мы со Христом, то становимся лучше, на Иисуса глядим, нам расти и расти. Проходя через мельницу Божьего Слова, в руки Бога мы сыплемся белой мукой. Мы становимся мягче и снова через боль обретаем желанный покой. Слава Богу! Слава Иисусу! Для славы Божьей споем Господняя любовь. Сейчас музыкант настроит скрипку. Потом брат Володя из Германии поделится. Брат Володя, будь ласка, коротко там можете играть и проповедовать. Включаем камеру, а вдруг заработает. Ну, с верою включайте, буду рубить. Давайте, я выключаю, выключайте. С верою, камера. И где вера ваша? Выключаем камеру. Создателю миров и всех святых.
ищу любовь Спасителя воспеть. Весь мир объят Спаситель мой любовью, как не любить нам, даже если захотеть. И волю молиться над закрою, и достигая грешные сердца, с людских сердец грех Христа смывает, и кто любовь глаза знает до конца, тот счастье в жизни Господа познает. Хочу воспеть Господню любовь, Господи, я воспеваю любовь. Дух за меня пролил святую кровь, и меня любит такой, какой любит. Дух за меня пролил святую кровь, и меня любит такой, какой он любит. А сестра Люда, я добавила Дашу, посмотрите, что подключается. Хорошо, сейчас посмотрим. Так, посмотрите, есть, будем сейчас переключать. Да, переключайтесь и готовьтесь, чтобы под видео посмотреть, как вы там играете на скрипке. Брат Володя, готов? Да. Все, хай Бог благословит, брат. Я приветствую вас любовью Господа нашего Бога Авраама, Исаака и Якова. Слышно? Так, слава Богу, витаю. С чем к тебе прийти и с чем предстать? Это твой народ и твои дети. Что я без тебя могу им дать? И за них перед тобой в ответе. Не забудь о нас и дай нам хлеб. Размочи его живой водою. Сохрани нас на пути от бед. Души и сердца согрей любовью. Дай нам, Боже, осознать, вместить, сколько прощено нам прегрешений, чтобы мы способны были оценить. Умереть за нас твое решение. Кому много прощено, тот много любит. Кого Бог простил, того не судит. У Иисуса ног сложи грехи и по вере с Господом живи. Не оправдается никто перед тобой. Самоправедность людей – дорога в бездну. Мы имеем жизнь, любовь твою, милость, радость и надежду. И вот перед тобою мы стоим и слезно просим, укрепи нас в вере. Дай поклониться тебе в истине, молю, за уплаченную на Голгофе цену. Слава Господу! Слава Богу. Есть в Слове Божьем такое место, 1 Паралипоменон, глава 4. И там есть такой 9-10 стих о Иависе. Кто читает Библию, наверное, знает это. Иавис был знаменитее своих братьев. Мать дала ему имя Иавис, сказав: «Я родила его с болезнью». И возвал Иавис к Богу Израилеву и сказал: «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтоб я не горевал». И Бог не спослал ему, чего он просил. Когда мы читаем 9 стих, то здесь написано, что Иавис был знаменитее своих братьев.
И возникает вопрос, чем был знаменитее братьев своих Иовис? Мы знаем из Слова Божьего, что не у него одного были братья. Братья были и у Давида, братья были и у Иосифа. И они оказались знаменитее своих братьев, хотя по возрасту были самыми младшими. Здесь написано, мать дала ему имя Иовис, сказав, я родила его с болезнью. В Библии, в Бытие, в 3 главе, 16 стихом написано, что к Еве Бог обратился и сказал, что в болезни будешь рождать детей. То есть практически все женщины, они проходят через это. И не этим он стал знаменитее. Здесь написано, мать дала ему имя Иовис. Я посмотрел, что это имя и как оно переводится. И переводится оно «иссохший боль и печаль». Когда-то люди давали имена, и эти имена нечто отражали. Мы знаем, например, что невестка Илии, она дала тоже имя сыну своему, который родился, и назвала его «Отошла слава от Израиля». Здесь же имя Иовис. И написано, что он был знаменитее своих братьев. Если мы вспомним Иосифа, то Иосифу написано, когда он был еще юноша, он был любимее отцом Яковом, он был сын старости, и ему сделал отец разноцветную одежду. Но эта одежда, она не сделала его именитие, да, она, наоборот, можно сказать, послужила поводом к тому, чтобы братья его еще больше возненавидели. Что же делает человека знаменитее или известнее? И есть, например, один стих, который написан к евреям, в 1 главе, 9 стих. Здесь написано следующее. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Божий Бог твой елеем радости, более соучастников твоих». Мы живем в такое время, когда не у всех в порядке с разумом. Здесь написано «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие». В наше время у многих наоборот, они правду ненавидят, а вот к беззаконию тянется душа их. Здесь мы читаем «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие». Бог желает, чтобы мы любили то, что любит Он, и ненавидели то, что Он ненавидит. «Посему помазал тебя Божий Бог твой елеем радости, более соучастников твоих». Когда мы читаем стих 10, тут написано «И возвал Иовис к Богу Израилеву и сказал, о, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, рука твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал». Если мы вспомним Иова, то мы видим, что он практически имел то, о чем Иовис только просил. И о нем в первой главе Бог говорит, «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив, Бога боязнен и удалялся от зла». Такими хочет видеть Бог каждого. И мы видим, что в жизни этого человека, который все имел, о чем Иовис только просил, чтобы Бог ему дал, Иов уже имел. Имел и семью, имел и богатство, имел и слуг. И мы видим из этой первой главы, что это все в один прекрасный день, да, оно перестало быть. И когда пришли вот эти испытания, то он остался верен Богу. И дальше 21 стих говорит, или Иов говорит в этом 21 стихе, «Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно. Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге». Когда человеку хорошо, вроде как слава Богу, но когда приходят обстоятельства тесные, то не каждый человек в состоянии сказать слава Богу, как сказал Иов. Мы видим здесь, упоминается в этой главе, и также сатана, который ходит по земле. И здесь сатана говорит,
Господу. Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него, 10 стих. Дело рук его ты благословил, стада его распространяется по земле, но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя. И Иовис только просил о том, чтобы Бог ему дал то, что и Иов уже имел. То есть жизнь наша, она сопряжена с определенными трудностями. И даже если благословение Господне есть на нас, то написано «держи, что имеешь». Я хочу сказать, что Иов, он смог это преодолеть только потому, что у него были корни. То есть, если мы откроем с вами Матфея 13 главу, то мы увидим нечто, о чем говорил Иисус. 13 глава от Матфея, 5-6 стих. «Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло, солнце увяло, и как не имело корня, засохло». У Иова были корни веры. И его вера, она не зиждилась на том, что он имел. У него была вера. Он говорит, что я увижу того, кто держит меня. То есть он взирал вдаль. Когда у человека с этим не так, да, написано, что всякое дело Господь испытает. И каждое дело устоит. Здесь написано, иное упало на места каменистые, где немного было земли. Если мы вспомним, есть интересный отрывок о том, что Иисус говорит ученикам, которые были с ним 3,5 года, неужели сердце ваше еще окаменевшее? То есть они не всегда понимали, о чем идет речь. И он говорит им, неужели сердце ваше еще окаменевшее? И вот когда сердце окаменевшее, то здесь написано, иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Библия говорит, чтобы мы нашу почву сердечную облагораживали. И здесь написано, когда же взошло, солнце увяло, и как не имело корня, засохло. То есть придут испытания в жизнь каждого, дело каждого будет проверено. И если этих корней нету, да, то увянет, как здесь написано. И дальше, последний стих, это из книги Аввакума, три стиха, третья глава Аввакума. Здесь говорится следующее, 17, 18 и 19 стих. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стала овец в загоне и рогатого скота в стойлах. Но и тогда я буду радоваться Господи, веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Хотя бы не расцвела смоковница». Было время, когда в Израиле не было дождя 3,5 года. Илья сказал Ахаву о том, что дождь пойдет только по молитве его. И не было дождя на землю. И пришел голод. Но Бог не оставил Илью. Да, и написано, что он ему сказал, чтобы тот пошел по тропу Кедрон, и там будет пить, и вороны будут приносить ему мясо и утром, и вечером. И так и было. Так было длительное время. Бог не оставляет своих. Господь говорит себе слово Божие, я прожил жизнь и состарился, и не видел праведника с протянутой рукой. Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода. И не было плода виноградного, и не,
И не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи. Хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». И Иовис, он просил, чтобы Господь распространил пределы его. Павел говорит, что Царство Божие в нас, и вот это Царство Божие мы можем с вами и должны распространять. И оно имеет особый аромат. Одним написано, это запах к жизни, а другим к смерти. Есть люди, которые принимают это слово и которые обращаются, а есть, которые начинают противиться. И здесь Иовис говорит: «И возвал Иовис Богу Израилеву и сказал: «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, рука твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал». Когда Израиль был в пустыне, и написано, одежда их не обветшала, и обувь не износилась, 40 лет Господь давал им манну, хлеб ангельский ели они. Но мы с вами знаем, что некоторые горевали. Они вспоминали о том, что они имели в Египте. Они вспоминали и огурцы, и чеснок. И это Бог назвал как ропот. Господь желает, чтобы мы не горевали на пути в Ханаан. Он желает, чтобы мы взирали на Него. Как написано Аввакума в последнем стихе, что Господь, Бог мой, сила моя, что есть твоя сила? Да благословит Господь каждого с миром Божьим. Аминь. Спасибо, брат Володя. Есть песня? Есть песня. Давайте сейчас один псалом, и я попрошу наших сестер Вирш, а потом сестра Шуманы попробуют их пение на видео. Он висел на кресте, гвоздями прибитый, а вокруг собралась и глумилась толпа. Кто-то ризы делил его, кровью пропитана одежда его, одежда Христа. Кто-то злобно, смеясь, говорил: «Помоги себе, ты другим помогал, где же сила твоя? Ну сойди же с креста, и в тебя мы уверуем». Но Иисус не ответил им на эти слова, и узрят его все, и всякое око, и те, что пронзили, узнают его. Он пришел умереть за нас смертью жестокой, чтобы оправдать и избавить нас от власти грехов. Он пришел умереть, чтобы снова воскреснуть, чтобы мы могли жить праведно в нем, чтобы нам с тобой верою небо отверзнуть, чтобы быть нам навеки с нашим Христом. Слава Господу! Споем для славы Божьей ноги Спасителя на стихи Веры Сергеевны Кушнир. Пожалуйста. Thank you.
Поделили попыльной широкой дороги, зачарованной поле тропинки, под вечер были красивка. Так мало такое, знаешь, кто они принадлежали, кого эти боги вексили по силе, по трубам земной много ночи носили. Им сухим каменистым дорогам ступали для нас ноги вечного Бога, и ноги те были омыты слезами, потерты прощанной жены волосами. И снова в дороге, в толпе или в лодке, их многие знали уже по походке, с их видом знаком был, кто видел близко, кто к ним припадал, кто склонялся к ним низко. И те, кто свой грех к тем ногам приносили, прощенье и мир возле них получили, когда высоко толпою весело Христу пригвождённое чистое тело. Для тех, кто любили, для очень немногих, но уровни глазели эти ноги, пронзённые ноги, спасителю ноги, уже не в сандалии, уже не в дороге. Они расстают, сходили, сходили, они назначение свое совершили, и если ты грешен и ищешь прощенья, поди к тем богам и получишь спасение. И новую жизнь, и второе рождение, оттуда от них ты начнешь восхождение, по лестнице святости совершенства, и к вечному Боге Всевышним блаженству. Когда ноги Иисуса грешник принял, и место найдешь у него на груди. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу, сестры! Дякуем вам! Хай вас Бог благословит! Сейчас попросил бы сестра Татев споет нам псалом для славы Божьей. А потом я хотел бы познакомиться. Знаете, каждый раз мне приятно, когда новый человек появляется. Вот когда-то сестра Татев появилась, мы уже привыкли ее приятное пение. А каждый раз, когда-то кто-то появляется. И у нас сегодня есть тоже гость, написано «Алло Воскан». Я хотел бы после сестры Татев познакомиться, посмотрим, что скажет Воскан, брат наш, наверное. Ну, познакомимся. Пожалуйста, Татев.
Хаутиндес, Яким Ватсеню, Хамари Ерка. Споешь Цапчом Псалом для славы Божьей. О, Иисус, инсмотари, мишти марче вид кайдир, арте вита каменжам, им лава кунь барекам, пор канцара венескес, инчануше дем катес. Агачум эм кес пыргич, арач нош тирин цэнд миш, сэрти стура чэм бана, воч воки эртэх чэка, ми айн конэр каютюн, аха им варцан кутюн. Пор канцара венескес, инчануше дем кэтэс, агачум эм кэс пыргич, арач нош тирин цэнд мишт, ми айн кэс эм аванум, арач нош там эм банум, дирир сиртэс лиовин, Хачал Христос теранген, пор канцара венескес, инчануше дем кэтэс, агачум эм кэс пыргич, арач нош тирин цэнд мишт. Амэн. Парк Иисусин. А хэч эс асэн Парк Иисусин? Парк Иисусин, ярким, парк Иисусин. Парк буквально я нашел песнопение. О, Господь, ты иди до меня, передо мной ты ходи. Бери меня под руки каждую годину, ты мой дорогой друг. Столько жажду я тебе, как приятно лицо твое. Молюсь, умоляю до тебе, Спаситель мой, сопровождай меня зажды. Каже, сердце двери не открою, больше нема места, никого я туда не пущу, твое присутствие, мое обожание. Я только тебе называю, ты мой вождь вовсюду, везде. В моем сердце ты веди, распятый Христос мой дорогой. Ну, приблизительно это вот такие слова. Спасибо, дуже хороший псалом, дякую. Ну что, Воскан, дорогой брат, пожалуйста, я хотел бы, чтобы познакомить, если можно, камеру включить, чтобы мы видели. Сестра Татев пока что стесняется. Ну, я смею. Алло. Да, слушай, Лесенек. Да, Лесенек, вечер добрый. Я вообще из Армении. Камера что-то у меня... У меня камера что-то не включает. Добре. С какого города? Я из Еревана, из Бангладеша жил. Я по нацию езид, но сейчас нахожусь в Германии. На Зюле. Сейчас стою возле магазина и интернет ловлю, чтобы вам слушать. У меня интернета нету, но слава Богу, хоть так, как могу, так и соединяюсь с вами. Я приближаюсь к Богу. Уверовал Бога уже недавно, уже год, полтора года будет, вот так если сказать. И хочу ближе к Богу. И что, ближе, в каком городе, Воскан? В каком городе? Сейчас Мюнхене был, и сейчас в Ингерштате. А, то есть братьев знаешь, наших армянов, братьев да, служения? Да, да, я в церкви был, я в церкви тел, в Ингерштате я в Игоре был, и до этого я ходил, там здесь еще церковь была, там долго ходил. Брат Артуру знаю, что мы здесь познакомились, у него я слышал проповедь, слава Богу. Очень было приятно, Воскан, когда мы заметили, сразу думаем, а это алло, это что значит? Алло, это мой фамилия Алоян, что-то Ян не пошел, Алло пошел. Только что написал. Алоян у меня. Алоян Воскан, хорошо. А не поешь, нет? Нет, ничего не пою, только нет. Я знаю, у меня есть очень много друзей езиды, особенно Тамбове, так хорошо пели.
по-языцки очень хорошие песни пели. Ну, ничего, даст Бог жития, Бог даст, уверивай, Господи, Бог даст и слова, и пение, и прославится Божье имя. Аминь. Да, слава Богу, брат. Ну, не уходи далеко от этого магазина, чтобы тебе Wi-Fi зловил. Мы продолжаем наше служение. Слава Богу. Да, спасибо. Хай Бог благословит. Хорошо, друзья, у кого там, кто там готов еще прославить Бога? Возможно, сестра Максимчук. Сестра Люда. Максимчук. Ну, тогда добре. Брат Саркис, пожалуйста, брат. Я скучаю. Так, пожалуйста. Да. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, да благословит Господь всех вас, нас. Я когда слышал, что брат Тигран болеет, хотя он вчера или позавчера сказал, он болеет, молись за меня, а сейчас еще раз слышал, он еще болеет. Я просто, в моем сердце такое желание есть, сейчас короткие молитвы за него. Если позволишь, брат, потому что у меня такое сильное желание за него молиться. Сначала перед молитвой хотел... совпал с моим желанием. Я хотел сказать, если мы совершим короткую молитву, потом думаю, ну, может, не буду перебивать тебя, але ты начал говорить. Так что давай, брат, мы, друзья, давайте мы... Сейчас молитву сначала одно место читаю и потом помолимся. Слава Иисусу, Матфея 18 говорит... Истину также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле, просит о всяком деле, то, что бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Господь говорит, что будете просить во имя Мое, да, допустим, говорит, истинно говорю вам. Иисус же не обманывает нас, Он истинно говорит. Также брат Сану сказал, что у нас живой Господь, а мы живому Богу служим и верим. Поэтому Иисус говорит, также истинно говорю, если вы будете в одном деле что-то просить у Меня, и Он обещал отвечать и дать, что бы ни попросили, будет им от Отца Небесного, да, Моего Небесного, то Я посреди них, Он сейчас с нами находится. Мы в разной стране находимся, Он с нами сейчас пребывает. Поэтому Он так сказал, мы верующие, мы верим и будем просить за нашего брата. Молимся. Отец Небесный, слава Тебе, Господь наш и Бог наш. Мы воздаем Тебе славу, мы поклоняемся и благодарим Тебе за любовь и милость Твою к нам, Господь. И сейчас я читал место Писания, которое Ты сказал. Если мы, дети Твои, вместе будем собираться, будем молиться, у нас будет нужда, это нужду Ты услышишь. Сейчас я прошу, Отец, во имя Иисуса, все слова, которые мы сейчас слышали, Господь, потому что это Ты сказал, и мы верим то, что Ты говоришь нам. Аллилуйя, хвала Тебе. За все мы прославляем Тебе, Ты Бог нас достоин славы. Я Тебе, Иисус. Аминь. 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 Брат Сану
завтра я не буду на служение, я в духе буду уже на другом стороне, в Армении буду завтра, поэтому сейчас то, что в моем сердце, поделюсь немножко с вами, хорошо? А, добрый брат, а надолго едешь? Ну, в духе вечером туда, там буду, потом сразу вернусь. Ясно. Хорошо, брат, добрый. Ну, Павел же сказал, по плоту я не с вами, но в духе я с вами. Да. Аллилуйя. Тот последний раз, когда я говорил слово, говорил о единстве, чтобы Слово Божие учит, что его народ, его дети, сыновья и дочери, они жаждали единства. Они хотели этого, который Бог учит нас. Они приняли каждое слово живое, чтобы оно внутри в нас изменило наше мышление. И мы в единстве находились. Как прекрасно, которые сейчас в разные страны находимся, в разные церкви ходим. Но мы друг другу принимаем, радуемся. Кто-то свидетельствует, кто несколько слов говорит. Всех нас это радует, соединяет, объединяет. Ну, слава Господу, знаете, вот я вижу какое-то пробуждение, еще желающих появляется. Аллилуйя, слава Иисусу. Ну, тогда я говорил, что Ефесянам, говорит, что Павел просил говорить, что поступать достойно звания, в котором вы призваны. Смотрите. Божий человек, апостол, просит сегодня также нас поступать достойно. Значит, Бог призвал нас. Мы должны принять это достоинство, чтобы были достойны то призвание, которое Он призвал нас, в которое вы призваны, и дальше говорит, старайтесь сохранить единство Духа в союзе мира. И каждый своей стороне, друзья мои, братья и сестры, мы должны стараться принять друг друга, стараться соединяться вместе с Господом вместе, Иисус с Отцом единый, чтобы мы в Иисусе, Иисус в нас, это вот это соединил нас в одном духе. И сегодня я хотел читать сначала 1 Петра 4:10. Один пример расскажу, я однажды читал. Два пастыря между собой разговаривали. Один был субботник, а другой, точно не знаю, кто был, баптист, пятидесятник, кто был, не помню. Но они беседовали между собой. А субботник говорит, брат, а ну-ка расскажи, пожалуйста, насчет субботы, как ты понимаешь? А тот пастырь говорит, ну, или пастор был, или верующий, говорит, брат, знаешь что? Извини меня, я не хочу об этом говорить, потому что я настолько люблю тебя, чтобы я, если я знаю об этом, я буду говорить, у нас может быть немножко недопонимание начнется. Давай я не об этом не буду говорить. Я потому что люблю тебя, ты мой брат. Очень мудро поступил, очень мудро. Он знал, что есть такие щекотливые моменты, не дай Бог затрогай, и все уже что-то не то, не получается. Можно сказать, единство разрушается. Ну, мы все разные, конечно. Здесь написано, служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличные благодати Божие. Значит, служите друг другу, сейчас то, что мы делаем. Каждый тем даром, Бог каждому дар дал, может быть, кто-то не знает. Бывает иногда, говорят, я не знаю, что я должен делать или что я должна делать, не знаю. Но я абсолютно уверен, что каждый имеет, это Бог обещал, что-то дал человеку. Если он еще не знает, пускай просто ищет Бога, ищет в себе, что Бог вложил в его сердце. И я уверен, что каждому Бог что-то вложил в сердце, дал дар какой-то, что каждый человек трудился чем, что как мог. Как может. Какой получил. Видите, он говорит, какой получил. Как добрые домостроители. Мы строим духовный дом Божий.
мы строим. Вы поймите, вы смотрите, если мы, например, 10 человек соберемся, будем дом строить, да? Двое-трое нормально будут искренне работать, некоторые будут спать, там все будут ходить и серьезно не относиться. Этот дом не будет хороший. Как помните, знаете, когда в Армении было землетрясение, комиссия посмотрела, думаю, когда строили эти дома, меньше цемент был там. Поэтому во время землетрясения разрушились эти дома. Понимаете, строители, они мало украли цемент, значит, меньше добавили, поэтому так получилось, много людей погибли. Вот. Также мы, если строим дом Божий, потому что дом Божий написано много различных благодати Божьей. Это обозначает многообразные. Благодать Божия, которая это по-армянски говорит «базмазан». Бог дал это нам, верующим. Это благодать, разные, много различные. И мы имеем эти, мы строим дом Божий. Мы не должны разрушить то, что Бог строит. Вначале я сказал, что здесь говорит, служите друг друга. Просит, говорит, сохраняйте единство. Дальше читай в другом месте, это написано 1 Коринфянам 12. 3.11. Ну, медленно читаю. Здесь есть хорошие слова, очень, очень хорошие, как раз по темам. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафему на Иисуса. И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Значит, только Духом Святым может говорить Иисус Господь. Если человек познал, что Иисус есть Господь, значит, Бог работает в духе человека. Раньше мы не могли сказать Иисус Господь по-настоящему, и Богу не могли назвать Отцом. Но когда Дух Божий вошел в нас, мы уже познали, что Отец Небесный – это наш Небесный Отец, Иисус наш Господь, и Духом Святым мы только стали говорить, что Он наш Господь. Теперь дальше. Дары различные, но Дух один и тот же. Дары различные, но Дух, в большом букве написано, один и тот же. Я не буду много объяснять, просто будьте внимательны. Здесь медленно читаю. И служите, служение различные. Служение различные, разные, немножко может... Ну, по-разному, немножко. Не одинаковые служения, может быть. Например, я знаю, где-то Ямаха принимает, можно играть. В другом месте Ямаха нельзя. В третьем месте я знаю точно, даже пианино нельзя, там ничего. Ну, по-разному, как люди вас понимают, как им нравится, они это делают. Ну, различные это. Им так хочется, пусть так делают. Не хочется Ямаха, не надо Ямаха даже. И говорит, из служений различных, Господь один и тот же. Наш Господь один и тот же. И действия различные, действия различные. Это написано Слово Божие, которое я читаю. А Бог один и тот же. Один и тот же. Производящий все во всем. Он производит. Если человек возьмет, чтобы конкретно он сам начнет производить, он может разрушить, все может рухнуть. Но мы, о чем я говорю сегодня, мы верующие люди должны в одном духе, единстве принять друг друга, быть едины, несмотря ни на что. Если мы видим, что действительно этот человек любит Иисуса, хочет служить Иисуса, хочет меняться, просит у Бога прощения, у него есть желание, у него есть жажда, и каждый человек растет, растет. Вспомним, когда мы только пришли к Богу, сколько делов натворили, которые сегодня, когда думают, ну как мы могли это сказать, или как мы могли это делать, да? Но каждому дается проявление Духа на пользу, видите, на пользу. Здесь не написано, что каждому дается проявление не на пользу, а говорит,
Духа на пользу. Дух Святой дает, чтобы мы приносили пользу друг другу. Утешали, укрепляли, снисходили, долготерпели, поддерживали, помогали, утешали. Ну, вообще, во всем то, что хорошее мы могли делать. Потому что плод Духа это хорошее, это добро, это прекрасного. Мы только знаем, кто может разрушить. Дьявол пришел разрушить, а Иисус пришел не разрушить, да? Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом. Иному вера, тем же Духом. Иному дар исцеления, тем же Духом. Иному чудотворение, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот дух. Тот же дух. Это один. Все же сие производит один и тот дух. Разделяя каждому особо, как ему угодно. Каждому особо, как ему угодно. Друзья мои, братья и сестры. Это Господь совершает. Это Бог делает, это Он хочет, это Его церковь, это Его народ. Он, Иисус, умер за каждого человека. Он призвал нас. Мы никто не были достойным этому. Но Его милость, которую простил нас. И Он призвал. Артур недавно проповедовал, он сказал, что Он призвал, поставил, чтобы мы шли, приносили плоды. Я помню, несколько дней назад он об этом говорил. Он же призвал, поставил, принести плоды, а не разрушить. Вот в чем, для чего мы должны следить за свой язык, за свое сердце, за свои поступки, за свое служение. Все должны делать, мы дополняем. Например, Сано хорошее слово сказал. Я продолжаю эти мысли тоже. Он об этом тоже говорил, да? Мы просто добавляем то, что написано Слово Божие. Ну, из-за того, что завтра не буду проповедовать, еще одно место здесь читаю. 1 Петра 3, 8, 11. По-моему, недавно даже Сано читал это место. Наконец, братья, наконец, будьте все. Армяне, русские, украинцы, там, курды, ну, все, кто сейчас здесь, немцы, кто бы ни находился, говорит, наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно-мудры, не воздавая злом за зло или ругательство за ругательство, напротив, благоставляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей, уклоняется от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему. Здесь 9 стих еще хочу читать. Смотрите. Не воздавайте злом за зло и ругаться, говорит, ну, напротив, благословляйте, за это вы призваны, к тому призваны, чтобы получить благословение. Если мы хотим получить благословение, должны благословить. Христос даже говорит, любите врагов ваших, да? Благословляйте тех и других, другой дальше. Вот это стих, знаете, Матфея. 6.44. Проклинающих вас, те, которые обижают вас, молитесь, благословляйте. Мы для этого делаем. Если нас обижают, мы благословляем. Если не понимают, да благословит тебе Господь, жалко что ли, да благословит. Чем сказать, что это другой, чтобы этот человек, например, ушел от Бога. Наоборот, пусть Бог остановит, пусть Бог изменит. Нас же простил Господь. Он же помог нам. Сегодня, я сейчас прямо вспомнил, который во дворе был, почему-то вспомнил про мою маму. Знаете, вот такие, давно она умерла, вспомнил про нее.
и про мою сестру, которые верующие были, умерли. И думаю, слава тебе, Господь, что тогда я мог вымолить их. Сейчас они в раю. Мать должна и попасть в ад, и сестра тоже. Я умоляю, Господи, пожалуйста, исцели мою маму. Я получил телеграмму, что она умерла в Армении. Поехал туда, и она сказали, специальную телеграмму дали, чтобы ты успел. Приехал похоронен. Ну, мы молились. Я тогда 6 месяцев был верующий. Пригласил одного брата, 10 лет верующий. Он еще новообращенный взял. Вечером пришли к моему брату. Мы стали на колени, просили у Бога исцелить. Она не понимала, понимаешь, в этот момент даже разум потеряла. Она не могла лежать. Вот в таком ужасном состоянии сидела 22 часа, почти она целый день спала. Я умоляю, Господи, верни ее разум, исцели мою маму. Я не хочу, чтобы она в ад попала. Бог, утром она встала. Она не могла ходить долго, она не могла никуда ходить. Утром встала, лицо совершенно измененное. У нее до этого как будто черное лицо было, понимаете? Кровь текла из ног. Вот здесь Господь исцелил. И после этого она 2,5 года еще жила, и потом Господь забрал. И сестра, да, долго годы не верила. Потом опять, Господь, это самый любимый человек, который я люблю, пожалуйста. Если она уйдет из земли, и я знаю, что она не к тебе попадет, это для меня такое горе будет, такая беда для меня будет, если она в рай не попадет. Милость Божия совершит чудо. Она покаялась, Бог крестил Духом Святым. После этого она еще несколько лет служила Господу. Понимаете, вот как Господа вымолили, значит, нам надо... Не успокоиться, вымолить у Бога наших близких, родных, не успокоиться. Господь, пожалуйста, Господь умоляю, Господь прошу, соверши чудо, исцели, не дай, чтобы они ушли от Тебя. Боже, поставь на колени, пускай они свое сердце отдают Тебе. Ну, вы знаете дальше, что надо делать. Значит, ну, вернемся к концу, вот этот момент, что Господь говорит, то... Мы поступали так, как Он учит нас. Благословляли, знали, что мы пришли для этого, существуем для этого, живем для этого. Учимся от своего Господа Иисуса Христа, чтобы наследовать благословение, благословение. Вы также поступите, также совершайте, также делайте. И Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Иисуса Христа. По учению Иисуса Христа. Единомыслие между собою по учению Иисуса Христа. Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас. Во славе Божией. Это Римляне 15 главе написано. Здесь принимайте друг друга, как и Христос принял на вас. Друзья мои, братья и сестры, дорогие. Какие хорошие стихи, какие чудесные стихи. Вот это стихи не только вот сейчас, вот, допустим, читал, да, чтобы она вошла в нас и изменила наше мышление, наше сердце. Полностью изменил наше понимание, чтобы мы жили по духу, а не по плоту. Потому что живущий по плоту Богу угодить не может. А живущий по духу, вот это слова, эти слова мы принимаем и так и живем. Принимайте друг друга, как Христос принял. Не, мы не можем не принять того, который Иисус принял. Да поможет нам, да благословит Господь всех нас. И пускай эти слова живут в нас, работают в нас. Аминь. Так, слава Богу, брат Саркис. Дякуем Бога, хай Бог благословит твое дальнейшее служение. Да поможет всем нам Бог. Дуже гарно было сказано. Ну что, друзья, братья и сестры, можливо, у кого там еще есть сказать для славы Божьей, потому что так быстро время, кажется, недавно начали служение, але дивиться уже... Скоро будет 9 часов. Еще кто может что-то добавить, прошу. Так, Церковь Бога.
Ага, пожалуйста, включи камеру, сестра. Его засловили, а он в ответ молчал, и все творение Господу плевало, страдая без вины, не угрожал, хотя душа от горечи стонала. Привыкли мы, что так должно и быть, ведь он Христос, не человек, он может безмолвие на крест главу склонить, и боль его так сильно не тревожит. Его так просто можно предавать, или плетью, как венцом, свинцом Христу по телу. Ведь будет все равно Христос молчать, как часто боль мы причиняем смело. Нас друг предал, нам тяжело простить, Христа же целый мир в один день предал. Слова обидные не можем мы забыть, а он прости им, умолял у неба. На нас не так вдруг кто-то посмотрел, и в сердце больше для любви нет места. Ну, а Мессия горько так скорбел за души тех, готовил, кто путь крестный. Нам так легко смотреть со стороны на путь Голгофский, пот, как капли крови, не чувствуя всей тяжести вины за каждый грех, что на кресте Христос пролил. Как сложно знать предателя в лицо, как тяжело смотреть на злые души, как сердце наливается свинцом, когда закрыты со страданию уши. Как было Господу в святой его душе томиться каждый день изнемогая и знать, что смерть близка идет уже, но он смирился ради нас страдая. Он не сказал: «Отец, довольно, не хочу я жизнь отдать за тех, кто не оценит». Ланите Бог подставил палачу. Такой любви ничто нам не заменит. Он мог потом мгновенье мир стереть и был бы справедлив в своем деянии, но предпочел унизиться, терпеть, чтоб только искупить свое создание. Он знал, что жертва-то напрасна многим, но тем, кто оценил его любовь, он затоптал стезю в колечья ноги и дал навеки свой святой покров. Ему не проще было, а сложнее сносить жестокий мир святой душой. Терпеть предательство святому тяжелее. Он сделал это, чтобы быть с тобой. Чтоб там, где упадешь ты на дороге, его любовь поднять тебя смогла. И если ослабеют твои ноги, она тебя в объятия пронесла. Такой любви не описать словами, и мало книг, чтобы ее унести, но лишь она всегда везде над нами, чтобы для победы силы подарить. Аминь. Че, а с этим микрофоном, Чермяном? А, да, Аса, мясо камера, не мясо, да, камера наш хатума. Хима, Херра Хусовенк, сану их почиста с камеран. Добре, пожалуйста. Так, есть. Красота Иисуса светись во мне, чистота и любовь проявись по мне. Дух любви и огня, обведи меня, чтобы образ Иисуса сиял во мне. Дух любви и огня, оживи меня, чтобы образ Иисуса сиял во мне. Пусть увидят во мне красоту Христа, всю Его чистоту и любовь всегда. О, Дух Божий, приди, все во мне измени. Пусть увидят во мне красоту Христа. О, Дух Божий, приди и во мне измени. Пусть увидят во мне красоту Христа. Дух Святой, утешите, живи во мне. Благодати обитель твоя во мне, что мне плод приносит, и тебя я любил.
что ты приносил, и тебя я любил, и вечерю со мною ты разделил. Пусть душа стажет сонгим хвалы поет, славя имя Христа им одним живет, чтобы имя Христа прославляли уста, чтобы пела душа им хвалы всегда, чтобы имя Христа прославляли уста, чтобы пела душа им хвалы всегда. Слава Иисусу. Харкису сын, слава Богу. Сестры, значит, мы очень благодарны Богу, что вы начали петь на русском языке. Это нам приятно. Но у вас есть к вам просьба. На следующее собрание приготовите нам по-украински. Так что ищите и найдете. Стукайте и отворят вам. Просите и получите. Знаете такие места? Так что я верю. Я верю, вы, сестры, активны. Я знаю вашего брата. Я слышал про вашего отца. Так что вы сможете это делать. Так что, если ваш брат, не знающий французский, проповедовал русского языка, проповедовал русским покаяние, и они покаялись, тем более вы можете петь нам на украинском. Хорошо, пусть Бог вас благословит, друзья. Я дуже очень рад, что вы с нами. Хай вас Бог благословит. Добрые друзья, ну что, нам приходит уже, благодарю Господа, что Господь нас благословил, и, как видите, Бог обильно благословляет. Я особенно благодарю Бога за Воскана. Смотрите, человек, ищущий Бога, находящий далеко от Бога, как, скажу так, недалеко, а приближается к Богу, еще не принял водных решений. Он нашел интернет в Германии, около одного магазина, и ключи, и он не может уходить, говорит, я хочу слушать. Оскар, мы за тебя тоже будем молиться, брат, чтобы Бог тебе благословил в этой чужой стране, чтобы никто не похитил венца твоего. Сегодня брат Володя говорил об этом. Держи, что имеешь, дабы никто не восхитил венца твоего. Хай Господь тебе обильно благословит, брат. Сейчас сестра Лида будет петь псалом, потом брат Эрет с Германии закончит служение, будем молиться друг за друга, за Воскана, за Тиграна, за наше служение и за все нужды, которые мы сегодня провозглашаем. Хай всех вас Бог грязно благословит. Брат Эрет. Я тут. Пожалуйста, брат. Все, в эфире. Славу остави в небо, к нам Иисус пришел, смертью своей спасение нам приобрел. За грешных нас страдал Христос, нас любя, Он жертву сам себя принес. Мы спасены от власти тьмы, небо нам открыл страданиями Христос. Счастливы и свободны мы через Него теперь. Царство Отца на небо открыта дверь. За грешных нас страдал Христос, нас любя, Он жертву сам себя принес. Мы спасены от власти тьмы, небо нам открыл страданиями Христос. Следуя за Иисусом, небо достигнем мы, спасшему нас там славу мы воздадим. За грешных нас
страдал Христос, нас любя, Он жертву сам себя принес. Мы спасены от власти тьмы, небо нам открыл страданиями Христос. К небу дверь всем открыта, друг мой, вошел ли ты? Грешник, пока не поздно, скорей войди. За грешных нас страдал Христос, нас любя, Он жертву сам себя принес. Мы спасены от власти тьмы, небо нам открыл страданиями Христос. Аминь. Да, слава Господу. Мир вам, мои дорогие братья и сестры, и друзья. Слава, благодарность Господу за Его действительно милость к нам еще. Дает любовь к нам еще, Он дает нам еще время такое благоприятное, что мы можем много сегодня уже услышали. Слышали мы Слово Божие, слышали, как Дух Святой говорил через братьев, через псалмы, через стихов. И также мы еще будем молиться за нужды, за проблемы. Мы уже молились за исцеление, конечно, если... Мы верны, Господи, мы верим, Господь, что, как уже сегодня брат сказал, Бог наш живой, по воле Его, Бог делает дела, Бог делает чудеса. Люди многие удивляются, пример был приведен, и действительно Бог через это тоже приводит людей. Пусть Господь нас сегодня тоже нас всех благословит и поможет нам. Мы сегодня очень много услышали. Как Христос сказал, Иисус Христос сказал, у кого были уши, сегодня слышали слово. То, что Господь сегодня хотел проговорить братьям, всем псалмам, проповедям, стихам. Здесь мы должны действительно, как написано, апостол Павел тоже нам говорит такие, мы сильны, должны сносить немощи бессильны и не себе угождать. Действительно так, как здесь апостол Павел говорит к римлянам, если мы сильны, мы должны сносить бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо и к наседанию. Сегодня мы тоже слышали, как написано Слово Божие, и мы должны и ближних любить, и мы должны и врагов любить, мы всех должны любить. Потому что и написано Слово Божие, мы есть свет в этом мире. Потому что, как в этом написано Матвея, 5 глава, 6 Нагорной проповеди, 7 глава, написано ясно нам, каким мы должны быть. Мы есть соль земли. Если у нас соль теряет силу, она годна к этому? Нет, она не годна. Итак, Бог хочет, чтобы мы действительно были верны Господу до конца. И Он говорит, ибо и Христос не себя угождал, но, как написано, за словище тебя пали на меня. А все, что написано, было прежде написано нам. И наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду. Бог же терпением и утешением да дарует нам быть единомысленными между собой по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как Христос принял вас во славу Божию до сих пор. Действительно, сегодня же брат тоже много напоминал, и он тоже сегодня говорил, действительно, у Бога нету, кто ты по нации, у Бога нету, кто ты из какой веры, из исповедания, но Бог любит всех.
И Бог желает, чтобы мы единомысленны были, чтобы мы служили вместе тем даром, который сегодня уже было сказано нам, это в Коринфянам, эти дары, которые Бог дает нам. Бог нам каждому дал какой-то дар. Но мы должны одно знать еще. Если Бог нам дает дары, то мы должны это и ценить его, благодарить и пускать в работу. Мы знаем, и написано Слово Божие, что когда нам это Писание хозяин, это Господин пришел и раздал эти таланты. Так и Бог нас и дал нам эти дары. Одному 10 талантов, другому 5, одному 3, одному 1. Бог и будет требовать нас вот эти дары, которые Бог сегодня дал нам. Потому что Бог никого мимо не проходил, и Он, это, и Он всем дал. И так же Бог говорил через своего раба Исаия, 59 стих. «Вот рука Господня не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжело для того, чтобы слышать». Знаете, сегодня действительно рука Божия над нами сегодня, здесь и на служение. Он нас сегодня много, как можно сказать, благословлял нас. Он это псалмами, стихами, с проповедями говорящие братья. Его ухо сегодня он преклонен к нашим молитвам, которые мы будем сейчас тоже молиться за нужды, за проблемы, за исцеление. Он преклонен к нашим молитвам. И он услышал нас сегодня. И услышит еще. И дальше он говорит, но беззаконие ваше. Сегодня уже было тоже и время напомнено, что действительно Бог любит правду. Он не любит, чтобы люди кто-то лицемерил или обманывал. Он любит правду. Но беззаконие, как говорит здесь слово, но беззаконие ваше, причинило разделение между вами и Богом вашим. И грехи ваши отвращают лица его от вас, чтобы не слышать. Действительно, потому что и написано Слово Божие, суета заглушает все. Богатство, суета, вот, она все заглушает человека. И потихоньку человек отступает от Бога. И он говорит, и беззаконие ваши привели разделение. Вот это суета, это все. Сейчас мы такое время настало, мы сейчас живем это время, мы видим. Мы видим наяву, как Христос однажды сказал, не венчается начало, а венчается конец. Потому что действительно, и он говорил, кто будет первым, тот будет последним, а последний будет первым. Сегодня много Бог говорил. Действительно, так оно есть. Потому что наши беззакония, наши грехи, которые мы делаем, вот, они отклоняются от Бога, отходят от Бога. Действительно, как и сегодня было сказано, что враг, он пришел разрушить все. Он пришел разбить все. Он пришел убить человека, украсть из церкви или откуда-то. Он показывает нам все сейчас. И знаете, особенно мы молимся и будем молиться за наших детей, за нашу молодежь, за наших внуков. Потому что мы видим, как молодежь отступает от Бога, как церкви пустеют. Потому что враг уже работает. Потому что, как один брат сказал, враг, он бодрствует 24 часа в сутки. А христианин, он не может пободрствовать даже пару минут. И даже если мы читаем, когда Христа хотели взять для распятия, он взял своих учеников там, и он сказал, бодрствуйте со мной, молитесь. И он пошел с отцом там молиться. И что он пришел? Он пришел, увидел, эти ученики заснули, не пободрствовали. Потому что враг их усыпил. И так же и сейчас, и на это время враг усыпает народ Божий. Народ спит. Народ, как сказать, уже не готовый к этому все.
И если, и так написано Слово Божие, если хозяин дома знал бы, когда вор придет, то он бы бодрствовал и не дал бы подкопать дома своего. И так он говорит дальше. Так и вы не знаете этого часа, этого дня, когда придет Господь за нами. Если Господь нам сказал бы сегодня, вот брат или сестра, или дочь, или сын, я вот приду, да, может, через месяц, через два за тобою. Я думаю, она есть 100%, я говорю. Каждый бы бодрствовал бы, каждый бы молился бы и постился бы. Он знал, что Бог ему сказал. Потому что этот человек желает войти в Царство Божие и быть у Христа. И так само этот, этот хозяин, он бодрствовал. Он ждал, когда придет вор, чтобы не допустить его. Пусть Господь поможет нам. Я уже говорю, время идет, действительно, как брат Сан говорил, время бежит, и так наша жизнь бежит. Мы были когда-то детьми, маленькими, сейчас уже старые, уже по возрасте. Вот. И так само и служение. 2 часа, она бежит быстро, она проходит быстро. И для этого Господь говорит, ибо и Христос не себя угождал, но как написано, злословно злословишь тебя, пал на них. И все, что, писано было, прежде написано нам, наставление, чтобы мы терпение, утешение из Писания сохранили надежду. Бог за терпение и утешение дарует вам быть единомыслием между собой по учению Христова Иисуса. Дабы вы единодушными едиными устами славили Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас во славу Божию. Слава Господу! Действительно, Господь нас всех принял. Независимость, я уже говорил, какой-то нации, какое-то вероисповедание, но Бог хочет от нас и ожидает от нас плоды, чтобы мы к Богу однажды принесли плоды, хорошие плоды. Мы вместо Писания много знаем, если у нас нету плоды, что Бог делает? Если это самое дерево фруктовое стоит, и оно стоит ни к чему. Вот прошел, и нету плоды. Так само и притча там была сказана про смоковницу. Но есть у нас еще ходатай, который он ходатайствует за нас. Это Иисус Христос. Да, мы делаем грехи, делаем беззаконие, не так поступаем, как Бог хочет. Но Бог Христос за нас ходатайствует. И для этого он возлюбил нас всех, независимо, кто ты такой. И послал Сына на землю, чтобы Сын, Он показал страдания Его. Он пошел добровольно на крест. Он мог бы и не пойти на крест. Он мог бы еще сказать, Господь, Отец Небесный, я не хочу. Но Он пошел, Он показал любовь. Знаете, сейчас такое даже написано, что ты готов ли отдать душу за брата своего? И даже если, и написано в Старом Завете, там тоже написано Слово Божие, что люди страдали за имя Божие. Сегодня про Иова было сказано. И он тоже действительно был верным Господу. И Авраам, там все другие, они стояли твердо. Потому что и Господь от нас хочет, чтобы мы сегодня были тверды и исполняли волю Божию. И он то и говорит, почему принимайте друг друга, как и Христос принял вас, по славу Божию. Пусть Господь поможет нам. Мы сейчас будем молиться, есть у кого нужды, у кого есть какие-то проблемы. Ой, молиться еще за исцеление нуждаемся. Нуждаемся в исцелении. Мы веруем, будем сегодня молиться. И мы с верой получим, как сегодня было сказано. Один презрел, второй услышал. И как мы будем молиться? И мы верим, что Бог выйдет навстречу. Конечно, если мы будем, что не скажем, верим, а через пару минут опять такой
Бог такое не любит, потому что он нам сказал. Надо верить или не верить. Если не верим, то лучше не спрашивать у Бога, потому что мы искушаем Господа. А с верой он дает нам. Вот сегодня брат сегодня проводил пример, что действительно слепой, глухой, он слышал и видел. С верой он подошел. Даже много писаний напоминается нам о вере. Так и мы сегодня будем... Кто болеет? С верой будем молиться сейчас. И с верой получится. Сегодня тоже было сказано. Просите, дано будет. Стучите, откроет вам. И также мы сейчас будем просить с верой. Будем стучаться в небо. И просить у Господа, чтобы Бог услышал нас сегодня. Есть нужды, проблемы, говорите. Сестра Людмила, церква «Відвага». Прошу підтримати мене молитві за моє здоров'я. Постолиться. Буду молитися. Якщо є у вас віра, то будемо молитися. По вірі дано буде вам. Так, пожалуйста, братья и сестры, у кого еще есть нужды, скажите. Как я уже говорил, будем молиться за брата Тиграна, будем молиться за Воскана. Прошу, кто же есть? Сестра Оля, велика подяка Богу за всі милості и щедроти. Прошу помолитися за спасіння дітей и внуків и за здоров'я. Дякую. Будем молиться. Прошу за дітей, хто підключився за інтернет. Підтримайте молитву за спасіння моїх дітей, чоловіка, внуків. За все подяка Богу. Дякую за молитву. Слава Богу. І попрошу брата Артура, щоб за дітей і за сестер, щоб Бог покаяння дав. Помолимся, брат. Брат Сано, а насчет Воскана? Воскан крещення прийняв. А що він каже, приближається? Ну, так говорит, в смысле, мало знает Бога. Слава Богу. Он 10 месяцев каждый день ходил ко мне, собрание делали в лагере. Крещение принял здесь, в Германии, а потом у него маленькие проблемы были, его не было 4 месяца. То, что он сегодня стоит и слушает, это уже есть победа. Хай Бог благословит. Это огонь, который горит, слава Богу. Слава Богу. Хай Бог благословит Воскана и тебе, что ты допомоги ему, хай Бог поможет. Так, пожалуйста, друзья, у кого еще нужно сказать? Сестра Таня, церковь «Відвага». Я вдячна Господу за его любовь велику до мене. І помоліться, будь ласка, за мої проблеми сімейні, хай Бог вирішить. І за моє здоров'я, бо щось серце підводить мене останнім часом, нехай Бог дасть зцілення. Задишка появилася знову. Помоліться, будь ласка. Сестра Люда, Смоленск, сестра Люда Луцк, уже я не знаю, где Смоленск или Луцк, там и там. Благодарю Господа за все и прошу, помолитесь, пожалуйста, за мою маму, чтобы Господь ее духовно и физически там укреплял без меня, чтобы я быстро тут решила вопросы, есть тут всякие, как говорится, моменты, что не могу решить и не могу уехать. Вот, и чтобы Господь также мое здоровье благословил, потому что частые головные боли тут с этой погодой совсем, вот, и пускай Господь благословит также служение здесь мое, я здесь Евангелие стараюсь раздавать, но, к сожалению, тоже тут очень много людей, которые отвергают, не хотят брать Божью литературу, даже говорю, Христос воскрес, и никто не отвечает воистину воскрес, я вообще потрясена, в России неверующие люди все отвечают Христос воскрес, а тут никто, слушайте, пусть Господь благословит. Сестра Люда, мы готовы ответить и принимать, приезжайте до нас, пожалуйста. Хорошо. Приезжайте, мы в воскресенье ждем вас, хай вас Бог благословит. Ну вот, благодарим за молитву. Добре. Дякую Господу за всі милості. Прошу помолитися, щоб Бог дав покаяння дітям, сестра Оксана, церква «Відвага». Будемо молитися.
Друзья, я думал завтра объявить, але уже сегодня мы объявим. Там у нас один из наших бездомных перешел вечность, такая уже 2 недели лежит там в морге. Сестра его, мы думали, его похоронили, бо мы слышали, что он помер. А сестра с Канады звонила, попросила, что похоронить его. Ну, мы намерены церковью похоронить Олега Карповича, это уже шпанов и будем ховать. Поэтому хай Бог даст устройство, потому что ее сестры, одноклассницы тут занимаются этими похоронами, сами еще до конца не могут понять, что, где, как. Ну, але с нашей стороны будет машина, людей, спив и само похорон мы будем организовать, да поможет Бог в этой процессе. Хай Бог благословит всех, кто будет участвовать. Добре. Добре, друзья, мы давайте включаем наши микрофоны и взываем до нашего всемогущего. Он достоин славы. Аллилуйя тебе, Иисус. Благодарность тебе, Господь, Рамон Айрвану Тенгенду Рафисана, что ты нас сегодня собрал, Господь, во имя Твое, Господь, из разных стран, Рабина Антона Гессана. И мы все стоим перед Тобой, Господь мой Бог, хвала Демергал Мандесана, и благодарим Тебе, Господь, за это служение сегодняшний вечер, Господь, что Ты нам много открывал, много говорил, Господь, Бог мой живой. Вона мир вери душа, дарамин засана, и веди нас надали нас, сохрани нас, и это нож. Благослови и распускай нас миром, Господь, как Ты сегодня с миром нас всех собрал. И Ты сегодня слышал нужды народа Твоего, проблемы народа Твоего. Просим Тебе, Господь, и умоляем, услышь нас, Господь. И сегодня, Господь, Ты Твое ухо преклонено к нашим молитвам, к нашим служениям сегодня Ты слышал многое, Господь. И Ты знаешь, ноги болеют, Господь. Боже, будь милостивый к ним, Господь. Мы сегодня молились за брата Тиграна, Господь. Я верю, Господь, Ты уже его поднял, Господь. И Ты исцелил, Каламаляварай, Господи, Ты и других исцелишь, которые сегодня просили Тебя за исцеление, Господь. Поверь каждой, поверь нашей, поверь их, и Ты, Господь, исцеляешь. И Ты мажешь елеем своим каждой их раны, каждой их болезни, флана геномоны, и забираешь болезни кроба до венаторан, торе бендесана. И для этого Ты, Граал Гессана, пришел на землю спасти и исцелять народ Твой, кромена венедесана. О, бергарамин, Дух Святой, береги душа дарама. Гола мена галяне ту бери душа да раду саламарагар мина да сана. Услышь наши немощные молитвы сегодня, Господь, которые мы Тебе сегодня просим, Тебе сегодня этот час, который стоим перед Тобою, Господь. Байзангай мен думане генайда танайда. Оскар генарам ты своре тайда. Убери эти споры от нас, разногласия кламана валайда. Осуждение клабадавира тунуру десун термина дасана. И дай нам смиряться перед Тобою, Господь. Алдасана, любить друг друга, как Ты возлюбил нас, Господь. Валамакомар виду душа дареги сана. Ты видишь каждого душу, Господь. Ты видишь каждого брата и сестру, Господь. Ты видишь их дома, их семьи, их детей, которые тоже просят, Господь. И я прошу за моего сына, за моих детей. Каламана Валда, бери душа, дараминта, Кирмону Фрата, Дух Святой, наполняй нас, Господь, Духом Святым. Господи, услышь надалее нас, Господь. Если снова Твоя будет воля, то эту неделю снова собери нас всех, Господь, по милости, по воле Твоей, плодорама, шадараганай, чтобы мы могли принести хорошие плоды к Тебе, Господь. Потому что Ты будешь судить народ Твой по слову, по правде, клабеда вендали. Аллахаменга миракумаре, Дух Святой. И Дух Святой говорит сегодня к народу, фардаменту, фаранда минагендесана. О, народ мой, краменда гесана. Почему вы стоите в стороне, граменду сана?
Эльгисун Крегисана Галейда. И смотрите по сторонам, храбада врага Эльгисуна. Авраг, храбраг, авраг Хремендесана. Кидает вас на вас сети, петли ставит на каждого, говорит Дух Святой. И почему, дети мои, говорит Дух Святой, Соломона Ванати Сана. И почему, говорит Господь, ходите по широкой пути, Галамена Десана. О, Скергинесана, а что слово мое говорит, Галамендасана? О, Скергисан Тремендасана, Галамен Комер Видуша Дарамендасана. И почему нет радости в сердцах ваших, Ремендасана? Уныние и печали в вашем сердце, говорит Дух Святой. Тревога, говорит Господь, тревога в вашем сердце. Рамахамахамена Барали. О, народ Макламанавидасана. Смирайтесь, смирайтесь, говорит Дух Семеной, Святой. Примиритесь друг с другом, говорит Господь Шрагисана. Любите друг друга, говорит Господь Шрагисана. И оставьте все, и следуйте за мной. Халавадавай, Дасана. Время приближается. Время идет, говорит Дух Святой, Клебедагесана. Оскар Геномарханамин, Дух Святой, говорит сегодня. Сегодня я буду говорить с вами, говорит Господь. И откройте ваши уши, Господь, которые я говорю в ваших ушах, говорит Дух Святой. Валамаракин Дусабаримен Дасана. Воиндасмиргисана Морагесана. И Галемен Дасана. И я посылаю на эту землю. И Легесана, и войны, и землетрясения, наводнение Клабадагесана. Идет испытание на народ мой, говорит Господь. И я каждого буду испытывать, и еще буду испытывать, говорит Господь. Но это еще не конец, говорит Дух Святой. Клабадагесана, и кто будет верен мне? И кто будет верно служить мне, говорит Господь. И я укрою вот этого всего, говорит Господь. Но знай, народ мой, говорит Дух Святой, Шаламанаварангесана, время приближается. Время приближается уже, Легесана, слышно стук в дверях моих, Каламендасана, в сердцах ваших, говорит Господь, Оскаргинасана, Лемендасана, Хабарагесана, покайтесь, покайтесь, народ мой, Клебедасана. Еще есть время, еще есть двери открыты для вас каждого, говорит Господь. И даю вам еще время, говорит Дух Святой. Но это время, говорит Господь, скоро, очень скоро закроется, Кремедасана. И где вы будете, дети мои, Каламанаваранали, Саламанавелеганоли, Види Галаман, и я веду каждого, и держу каждого, говорит Господь. И я люблю каждого, говорит Господь. Но многие-многие уже отступили от меня. Но знай, народ мой, Кребедасана, многие уже изглажены из книги жизни моей, говорит Дух Святой. Халабанабарангруми, душа даменда. Покайтесь, народ мой, говорит Дух Святой. И я ламана камана мир душана и слышу каждого, говорит Господь. Еще есть время, говорит Господь. Так говорит Господь. Аллилуйя. Аминь. 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 Слава тебе, Мара Мандуман. Зонду Манагонен Тунрей. Кала до бекана до гоморе, духа лаваранды сонане, замана камень Дух Святой, благослови сегодняшний вечер и распусти нас всех, Господь, с миром каждого, Господь, и улема хайда сана, и услышь каждую молитву, Господь, и эту ночь благослови, охраняй, берегай нас, Господь, сам над нами щити охрану. И также, если вся Твоя воля будет завтра, подними нас снова живыми и здоровыми. И снова собери народ Твой, Курос Сарванадан, у ног Твоих, Халабана Кабара Венедурейда. И веди нас сам, не как мы хотим. Я прошу за наших детей, за нашу молодежь, за наших внуков. Господи, Уребе Хетана, Савна Ребен, Кабара Вороида, Савна Дима Охрана, Господь. Сохрани всех, Господь, в руке Твоей. Я еще раз хочу благодарить Тебе, Господь, за этот день прожиточный, за эту снова встречу здесь в группе, Господь. Слава Тебе, Отец наш, Дух Святой. Аминь. Аминь. Отче наш, суши на небесах, нехай святится имя Твое, нехай придет Царство Твое, нехай будет воля Твоя, как на небе, так и на земле.
Хліб наш подавай на кожний день. І прости нам наш. Прощаємо винуватим нашим. Визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, віки. Амінь. Благодать нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа, хай буде за всіми нами. Амінь. Так, теперь, дорогие мои, включаем все наши камеры. Включаем наши все камеры, чтобы побачить послушных, смиренных. И, конечно, есть такие, что они послушные, смиренные, но камера не работает. А есть такие, что непослушные и не смиренные, и камера работает. Вот такие тоже есть. Ну, что зробишь? Широ дякую, друзья мои, за всех, кто сегодня участвовал и кто не участвовал. Але, как сказал брат Саркис, телом, возможно, и не участвовали, а духом мы все участвовали, были разом. Едины в одном духе, дай духе Господнем. Я дякую Бога за всех вас, что мы разом можем, бачите, Господь нас подбадривает, укрепляет нас. Даже я еще раз скажу за Воскана, мне Воскан просто молодец, скажи, нашел магазин, где-то там Wi-Fi поймал, и оттуда он слушает. Воскан, я думаю, что ты еще с нами, пусть тебе Бог благословил, держись с братом Артуром связь по-прежнему, да, хай Бог тебе да поможет, друг. Ты верно настоящий. 2, 4, 6, 7 человек послушных мы пока маем. Ну, остальных мы не знаем, какие они. Ну, а я сказал, три категории. Ну что, даст Бог життя, завтра у нас среда. Я думаю, что если Бог что положил, брат Артур сегодня поделиться, брат Саркис, они поменялись местами. Ничего, брат Артур еще четверг время есть, так что хватает время и на среду, и на четверг, если Бог даст и пятницу. Брат Володя, рады, что подключились, брат, что... редко, но метко являетесь, я имею в виду, а как там у вас написано, Гутерс, Гутерс это фамилия? Что у вас микрофон не работает? Хорошо, друзья, хай Бог всех вас благ... микрофон выключен. Хорошо, если возможно у кого-то еще сказать, можете его сказать, передать, мы будем очень рады, хай вас Бог благословит. И еще кто мое желание пересмотреть наше служение, запись идет, вы в конце можете пересмотреть. Я буду вырезать и основное ставить в интернет на нашей старинке, хай Бог благословит. Если есть что передать, привет или побожание, скажите, да поможет нам Бог. Сестра Оля, Шире Христианский, привет. Церковь Відвага. Сестра Оля Шире передает привет. Так, принимаем. От брата Артур передает из Мюнхена тоже привет. Христианский привет. Пусть Господь всех благословит. Дякую, брат. Сестра Люда Максимчук подключилась. Пошли, послушных потихоньку добавляется. Что там, брат Володя, что пытался сказать? Вы меня видите или нет? А почему мы не видим? Слава Богу. Я себя не вижу между вами, поэтому я молчу. Знаешь, это как бывает. Там кто-то рассказывал про зеркало. Пример приводил. Про... Серебра много. Да. Ну, добрый, что ты себе не пасешь. Это хорошо. Вы меня видите. Я хочу передать привет. О, вот мне кажется, это Воскан подключился. Да, Воскан? А ключи микрофон. Воскан, ключи микрофон. Микрофон ключи. Хорошо. О, нет, и выключил снова. Угу. Вот. Воскан, скажи, по-вашему, парк Иисусин. Я мало знаю по-нашему. Айрен Лагерстен. А Ирин, а ты по-армянски лучше знаешь, чем по-языцки, да? Да. У меня очень много песен языцких. Я думаю, у Артура тоже найдется. Очень... Ну,
меня голоса нету, чтобы я пел. Но слава Богу, если будет, будем петь. А, брат, у нас есть один азербайджанец, наш брат, верующий. Он 30 лет назад покаялся, принял Иисуса. И он мне еще проповедовал, я покаялся. Он так хорошо поет, так что я думаю, что вы дуэтом могли бы петь. Хорошо. Очень приятно, брат, что подключился. Хай Бог благословит. Вам тоже, вам тоже. Всем. Добрые друзья, за преданные приветы мы шире дякуемо. Хай Бог всех вас благословит, сохранит и сбереже. Даст Бог жития завтра на 7 часов. Воскан завтра 7 часов по Украине. По вашему 6, наверное. Да. Хорошо, мы снова, даст Бог, встретимся. Хай Бог всех вас благословит, с миром Божьим, да поможет всем нам Бог. Аминь. С Богом. С Богом. С Богом.